Так. Кто из вас плохо себя вел за то время, что меня опять не было? Вопрос, ты себя плохо вела? Может, ты себя плохо... Ну, ты себя всегда плохо ведешь. Ты себя плохо вел? Может, ты себя плохо вел? Может, это ты себя плохо вел? Признавайтесь, он плохо себя вел или нет? Чпунь, тебя не было всего лишь одну серию, я следил за всеми, все себя хорошо вели, и я в том числе себя хорошо вел, не надо на меня никаких лишних подозрений, Чпунь. Это ты говоришь, что ты себя еще хорошо вел? Да знаешь, Никита, он такой козел, он читерил, он ходил, просто всех убивал, подставлял. Знаешь, как он себя плохо вел? Не возвращай ему очко, пожалуйста, послушай меня. Я хотела тебя написать, но руки не дошли. Это ты меня сейчас еще козлом назвала, картошка? Это Чпунька, она козла меня только что назвала! Ну ты реально козел. А вам что, может, в бан впердохать двоим, или я что не могу понять? Вы вот вообще скажите мне, пожалуйста, а вам двоим вообще не стыдно, а? А за что нам это еще стыдно должно быть? Кто читерил в прошлый раз? Мы, по-твоему, или ты? Да вам должно быть стыдно за то, что... Какой? Вот какой вы вообще пример подаете новеньким, а? Вот какой? Каким еще новеньким? Ты что, сдурел? Ну вот сейчас все сами увидите. Давайте, рассаживайтесь по креслам обратно, лишних вопросов не задавайте. А тебя, Хрейдушка, я попрошу это, дырочку в иллюминаторе проделать вот там. Давай быстренько, аккуратненько. Опа! Опа, отходи в сторону, а ты, любезно, хочу вам вот это представить. Акуленок! Какой еще акуленок? Кто? 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 Ну это, как ее? Это Вика! Она летом с нами записывала! Это Вика, которая акуленок, которая лимончик. У нее это много всяких кликух. Вы что, не помните? Это она! Я вернулась. Простите, что так долго отсутствую. Да ты, Вика, не волнуйся, не извиняйся даже ни за что. А вот вы не вздумайте ее обижать и не вздумайте ее первой убивать. Пускай Вика нормально поиграет. Все, Вика, не волнуйся, самое главное. Сейчас давайте сразу же начинаем на Северном полюсе. Надеюсь, ты шарф захватила, а то сейчас жопы себе отморозим. Первый раунд. Да ладно! Это первая игра, я сразу с этой, с бирюзовой Викой убийца получается. А, кстати, вот это реально бирюзовый цвет, у Вики бирюзовый, а вот у Кости голубой. А то Костя потом всегда оправдывается, то что у меня бирюзовый, да нифига не бирюзовый, голубой ты, Костя, вот и все. А я, кстати, даже не знаю, а как Вика-то вообще играет? Я у нее даже не спросил, хорошо она играет или плохо она играет. Здесь у нас картошка и здесь у нас отомчик. Ладно, самое главное не читерить, поэтому это, сральники, прощайте. Главное, чтобы не повторилось то же самое, как с Никичем, когда он первый раз с нами играл, и когда мы его учили то, что нельзя убивать людей посередине карты у всех на глазах. Это кто тут у нас такой красивенький стоит так аппетитно, а? Картошечка! Ты же не против, да, если я тебя вот так, ну, случайно, если вот так подойду, вот так, ага. Ну, надеюсь, она не против. А сейчас отсюда можно валить куда подальше, пока сюда никто не пришел. В люк. Валим вот туда, забегаем внутрь. Нифига себе ты молодец, какая вот эта Вика-акуленок, уже кокнула первого человека. Вот это просто отлично, а мы прыгаем куда... О, посральники мои любимые, и прячемся прямо здесь. Я ж тебя рано или поздно утоплю в этом сральнике, я тебе честно говорю. Лера, ты... Здрасте отсюда! Хорошо, все, заходи, забирай свое законное место, Шрек! Так, да хватит дверью баловаться уже, господи! Лера!
Не дадут спокойно в сральнике посидеть. Каждый раз, когда сюда прихожу, Лера меня оттуда выгоняет. Хотя и не часто как бы прихожу сюда, получается. А ты чё гонишься-то за ней? Вот это Вика! Ну ты хотя бы аккуратней как-то людей убивай, а не вот так вот на ровном месте. А если сейчас сюда кто-то прибежит и вот это... Там... Так там же Лера. Вика, там же это... Там же... Там же это... Там же Лера внутри была! Выходи, давай, дуримон, да и влюк, пердохайся, давай, быстро! Вика, выходи, да... А все. А уже поздно. Вот знаете, Эд, Вика, у меня к вам есть куча вопросов, и я бы хотел услышать кучу ответов. Хрейт, вот это совершенно не то, как что ты понял. Это немножко другое, Хрейт. Это Эд убил меня на глазах Леру и загнал меня в угол. Мне было очень страшно. Спасибо, что спас меня, Хрейт. В смысле я у тебя на глазах убил Леру, а потом загнал тебя в угол? Вика, ты чё несёшь, а? Ну, я как бы всегда могу тебя спасти, да, если чё, обращайся. Ну, короче, ребят, вы всё слышали, это Эд. А мою историю никто выслушать не хочет, а может это Вика у меня на глазах убила Леру и потом меня загнала в угол и мне было страшно. И спасибо тебе, Хрейт, то, что спас меня. Да ты меня за дурака-то совсем не держи, ты просто, ну посмотри на нее, как ты ее мог испугаться, серьезно, она вот прям по глазам видно, что она невиновная. Ну серьезно, это ты, сатана, он убийца. Чпуньк, ну я же ни разу не читерил, ну вы поверьте мне на слово, да я с Викой вообще впервые знаком, я же ее, да мать моя женщина. Да я с тобой впервые играю, ты меня уже подставить решила. Нифига себе, я думал то, что Вика, ну басися, как это обычно бывает с новенькими. Каждый раз, когда новенькие приходят, они всегда тупят, не знают, что делать, не знают, как саботажи включать, выключать. А Вика уже всех перекокала, еще и меня подставила у Хрейда на глазах. Так, а куда она убежала-то сейчас, чтобы я посмотрел, как она вообще вот это играет и как она убивает-то всех так быстро? Сейчас посмотрим, куда она идет. Туда Хрейт побежал, а она сюда побежала. Очень интересно, зачем она сюда пришла, Вика. Но если ты такая профессионалка, иди тогда всех кокай, а не стой здесь. А кого она сейчас убила-то? А вот сейчас вообще нифига не понял, что она сделала. Она просто... еще и реактор включила! Она же просто прибежала к стенке, что-то там тыкнула и потом в люк спряталась. А сюда же, если я не ошибаюсь, Хрейт побежал. Ага! Нифига себе! А что через эту стенку убить можно было? Это получается, мы с профессионалом каким-то играем, нереальным. Про такие прострелы даже я не знаю, то, что через вот эти стенки вообще людей можно убивать. А я-то думал, то, что Вика, ну басися какая-то, совершенно играть не умеет. Она ходит, хедшоты всем раздает налево и направо. А здесь что, труп валяется? Откуда он здесь взял... А мне вот очень интересно, а почему сегодня не работает система античит вот эта вот чпунька? Она же каждый раз палила меня, когда я читы использовал. А вот эта Вика, она сейчас же каждое убийство читы использует. А чпунька вообще нет. Его команда не работает. Хрейт, иди хотя бы чпунька найди. Я фиг его знает, где он вообще спрятался тогда получается. Я его ни разу за всю игру нигде не видел. Чё ты машешь рукой? И он вместо того, чтобы выполнять задание, он... Ты чё, пузо себе здесь прохлаждаешь на холодном полу? Или чё ты здесь делаешь, чпуньк? Вот сейчас раунд закончится, и у меня к тебе, чпунька, офигеть, как много вопросов. Чпуньк, я хоть тебя и недолюбливаю, я тебе так скажу, но ты бы лучше бежал отсюда, пока не поздно, чпуньк. Пока прям очень поздно не стало, убегай отсюда, пожалуйста. Чпуньк, не крути.
Где твоя система античит, чпуньк? Она вроде работает, а что? А почему она тогда только на меня работает? Она вот Вику не работает. Ты что вообще делаешь? Вот это сатана бирюзовая. Я с ней даже сравниться не смогу. Я с ней по сравнению даже не читер, а какашка мамонта какая-то, чпуньк. Ну, насчет какашки я согласен. А система мне нужно сейчас проверить. Походу, она как-то обошла все мои команды. Это очень достойный противник. Знай, моя палка сильнее любого очка. Вот это, Вика, я тебе бы посоветовал запомнить, потому что ты сейчас за этот один раунд начитерила больше, чем я за всю жизнь. Я училась у тебя, и пришло время, когда ученик превзошел учителя. Ну так я не твой же учитель, Вика, ты с нами вообще впервые играешь, ты где таким цыганским фокусом-то научилась? Второй раунд мы сейчас, конечно, запустим, но если ты, Вика, еще раз станешь убийцей, я тебе говорю, я тебе моментально бан между глаз пропишу. Фу. Ну хоть не с Викой получается, а хотя бы с Стасиком. Хоть Стасик и самый худший предатель, которого я встречал в своей жизни. Да-да, Стасик, не смотри так на меня. Но лучше со Стасиком, нежели с Викой. А Вику надо будет кокнуть в первую очередь. Так, я побегу куда-то вот в эту сторону, а ты, Стасик, за мной лучше не бегай просто так. Я прекрасно понимаю, то, что ты, походу, боишься Вики так же, как и я ее боюсь, но не бегай, пожалуйста, за мной. Опа, а то я сейчас возьму вот эту табличку и напишу то, что это ты убийца, Стасик. Хоть здесь и так написано то, что убийца Чпуньки Стасик. Кстати, а чё если ты это, Стасик, меня прикрой? А чё, если план такой провернуть, который мне сейчас просто в гениальную мою голову за секунду пришёл? А там Отомчик пробежал, и именно он станет моей первой жертвой. Ставим табличку вот сюда и пишем «Убийца квадратноголовый». Зачем просто так всех убивать, когда ты убийца, когда можешь сделать так, чтобы они друг друга переубивали? Стасик, ты это сюда, в сторону, вот сюда отойди, потому что у нас шоу начинается, Отомчик. А, ну вот мы Вот мы привлекли их внимание. Читайте. А куда ты это, Отомчик, побежал? У меня такой вопрос. Он что, побежал на кнопку, что ли, нажимать? Или куда он побежал? Ты что делаешь, Отомчик? Мне Всевышние силы геометрии сказали, что убийца квадратноголовый. То есть... Ты признаешься, что убийца квадратноголовый? Ну да. А что вы на меня так смотрите все? То есть Отомчик сейчас сам признался, дурак, то, что он убийца. Ты что делаешь, Отомчик? Так неинтересно играть получается. Это не я, это квадратноголовый. Давайте просто за Отомчика, короче, голосуем. Да и все. Ты какой-то сегодня странный, Отомчик, я тебе так скажу, честно. Отлично сработано. Стасик, на меня смотри и иди сюда за мной. Будешь меня страховать. Пойдем в ту же самую сторону и заберем ту же самую табличку. Вырубаем свет, чтобы меня никто не спалил. И быстренько забираем эту табличку и валим отсюда, Стасик, пока сюда никто не прибежал. Вот, допустим, Херейдушка. А мы с тобой свалим в сральник. И подставим, получается, Лерочку. Лерочка же у нас огромный любитель повыгонять меня с моего любимого сральника. Поэтому сделаем вот так. Убийца! Шрек! Ну, тогда подождем, получается, Стасик. Вдруг сюда кто-то придет задание какое-то выполнить. Вот, допустим... А, вот,
Вот, дезинфекция! Только почему-то я на нее нажать не могу. Ага, хрень. Ну иди ты тогда нажми, иди ты нажми! А-а-а! Ну вот, Стасик, запомни, я вижу, Хрейда, вижу то, что ты не убийца. Сейчас иди сюда за мной, вот сюда за мной, и сюда, надо тебе кое-что показать. Вот, вот сюда, посмотри, ага, видишь? Вот и побежал на кнопку тыкать, чтобы Лерочка больше мое место законное не воровала. Я кого-то сейчас убил, но нифига не понял кого. Где здесь кто-то был, то что я кого-то кокнул. Хотя какая разница, опять кого-то, наверное, через стенку убил. Короче, ребят, прям всевышние силы прям на меня все не зашли. И мне просто сказали то, что убийца Шрек. Прям около сральника, знаете, это вот как типа Somebody World, это вот точно Шрек. Я тоже это видел со Стасиком, и мы это можем подтвердить, да, Стасик? Ага, да. Да-да-да, я подтверждаю, я это тоже видела. А Шрек у нас здесь сегодня получается только один. Амочка же сегодня с нами не играет, а играет Лерочка. Лерочка, ты что скажешь свое оправдание? Да я не Шрек, это Амочка Шрек, а я Фиона. Ну, Амочки же сегодня нет, Лерочка, поэтому получается то, что это ты. Голосуйте за нее. А Картошка в чате вообще пишет то, что ты корова, Лера. Но с этим я не согласен, Картошка, нельзя ближних оскорблять. Ты что, офигела вообще? Картошка, ты вообще гнилая. Ага, вот сейчас расходимся по сторонам, и сейчас мы с тобой, Стасик, повторим то, что мы ща... И это люди, меня еще читером называют, Картошка, это что за фигня, я не могу понять? Это как ты сделала-то вообще, ты куда поплыла-то на полу? Так, Стасик, догоняй Картошку! Сейчас мы ее запердохаем. Это люди меня еще называют читером. То, что это я какие-то баги использую. А то, что Картошка такой фигней занимается, это нормально вообще? Че ты меня сюда привела? А-а-а! Ну отойди в сторону, Картошечка. А реально можно же вот так вот как-то... лечь получается, как это делает Чпуньк в предыдущем раунде. И сейчас можно просто вот так вот лежать и плавать по полу, как эта Картошка, ага, делала. Короче, я нашла труп Чпунька, судя по всему, так как его среди нас нету, именно рядом с комнатой голосования. И я видела, что последним уходила акуленок из этой комнаты. А у меня с Картошкой есть алиби. Картошка, ты это подтвердишь, то, что мы с ней пошли вот это, водопровод чинить. Там вода текла, и Картошка мне что-то показывала, что мы люки какие-то. Да, я это подтверждаю. Он был со мной. Вика, мне даже не жалко тебя выбрасывать, честно. Я тебе так скажу. До свидания, бейба. Ага. Ага, это что получается? То, что все же Вика не убийцей была? А Стасик нас, походу, обманула. Ребят, я вам предлагаю валить с этой комнаты так быстро, как только можно, пока настоящие убийцы нас не запердохали. Да, Стасик? Валим отсюда и на счет раз, два, три. Давай, Стасик! Только у меня один вопрос. А почему я не лежал в последнем раунде, если до этого Картошка пузом весь асфальт прочесала? Ты как это сделала, а, ведьма? Сам ты ведьма. Я что, тебе свои фокусы должна рассказывать? Ну, поделиться-то хотя бы смогла. Ты же мне показала, где это все делается. А как потом пузом асфальт чесать, ты мне не рассказала. Ну чё, как мы вас всех запердохали, а? А, так про вот этого квадратноголового, это ты меня имел в виду, что ли? Вот это ты прикольно, конечно, сделал. А ты чё, только сейчас допёр, что ли, Отомчик? Конечно, я тебя имел в виду, а кого ещё? А ты чё? Чё ты скажешь, Вика, своё оправдание? Тебе не стыдно то, что ты первый раз с нами играешь и уже вот такую вот фигню вытворяешь, а? Я не думала, что вы такие нубы, и вас будет так легко победить. Это мы еще нубы, получается, Вика? Да ты что вообще себе возомнила-то, а? Это вообще последний раз, когда ты с нами играешь.
Ладно, я передумал, Вика, не последний раз. Играй с нами столько, сколько хочешь. А мы с вами валим с этого проклятого корабля как можно скорее. Ты как это вообще сделала, сатана бирюзовая, а?